Всех приветствую на моем канале. Добро пожаловать, ребята. Сегодня начинается мой новый рабочий день. И я его буду начинать с куртки, в которой нужно укоротить рукава. Курточка непростая. Не золотая, но непростая. Она утепленная и очень такая плотная. Работать будет с ней не очень легко. Как я справлюсь с этой задачей, я вам покажу, за сколько минут эта работа будет выполнена, тоже все вам озвучу. Итак, кому интересно, оставайтесь. Заказу, вот смотрите, куртка такая рабочая, очень плотная. Это принесла женщина, она работает вот в этом супермаркете для там, где есть много строительных материалов. Короче, все для дома, все для сада. Это рабочая куртка, она очень теплая. И длинные рукава. Вот. Женщина захотела убрать вот эту часть от рукава и оставить манжетик. Вот так, видите? Оно складывается. На первый взгляд кажется, что очень сложная работа. Как это все удалить, как это все соединить потом. Но, девочки, я стала уже разбирать. Открыла сначала. Отделила вот эту часть рукава, которая длинная. Вот, и она совершенно не нужна. И для женщины, и в этом, как говорится, стиле. Открыла манжетик. Смотрите, с одной стороны, получается, что я не затронула эту строчку. Значит, сейчас я выпрямлю. Обрисую, обозначу линии отрезать, где нужно. И затем по круговой я пристрочу именно вот верхнюю часть, верхнюю ткань. Беру рукавчик, подтягиваю внутреннюю часть подкладочки с манжетом. Все проверяю натяжение. И смотрю, где мне делать линию. А линию я могу сделать прямо вот в этой строчке, то есть обрезать, немножко на припуск дать сантиметрик вокруг. Кнопочки ей не нужны. По низу рукава будет манжет. Все. Очень легко. На первый взгляд, думаю, сама думаю, как же это быстренько сделать без заморочек. Все, оказывается, все легко. Отрезаю. Конечно, вам могут не попасться такие крои, такие виды курток. Но просто я вам показываю, как я, допустим, справляюсь с этой задача, с этой подгонкой, с этой переделкой. Как я нахожу простые варианты, как быстрее сделать это, ну и качественно, да. Так. Все. Отделила этот манжетик, или не манжетик, как он там называется. Все, девочки, теперь я выворачиваю. Также я проделаю со вторым рукавом. Сейчас я выворачиваю наизнанку. Ищем по подкладочке, где тут дырочка. Нету дырочки, значит, мы ее делаем самостоятельно. Вот здесь шов на подкладке. Я открываю, делаю дырочку, чтобы подступиться и перестрочить вокруг манжета основную ткань. Делаю достаточно большую
большой вход, чтобы было больше, более удобно. Все, ребятки. Так, совмещаем шов ко шву. Поворачиваем. Пальцами я уже совместила шов ко шву. Вы приметываете вокруг или закалываете булавочками. А я просто иду на машинку и буду уже соединять. Вот здесь я закалю одной булавочкой. И все. Вот так. Теперь на машинку. Вот так я прострачиваю вокруг. Замещаю срез к срезу. И где-то на 1,5 сантиметра я отхожу от среза. Прострачиваю. Немножко натягиваю манжетик. Потому что он растяжимый. Эта ткань не растяжимая. Прострочила. Смотрите, как получилось. Все отличненько. Теперь нужно застрочить вот эту дырочку. Вход. Вход и выход. Совмещаю вот так вот. Вот так вот. И накладной строчечкой закрываю. Закрываю. Показываю вот так вот. Заправляете вовнутрь. 1,5 сантиметра. Вторая сторона тоже подвернута. И прострачиваю. Отходя там от края 2-3 миллиметра. Смотрите, как получилось. Все получилось отлично. Я думала, что я больше времени потрачу на эту работу. А оказалось, совсем все просто. Большее время я затратила на то, чтобы открыть линию. Вот этот манжет. Так скажем, у меня ушло где-то 30 минут на эту подгоночку. Все, ребяточки, всем огромное спасибо за ваши просмотры. Оставляйте комментарии, делитесь своим опытом. Всем хорошего, до следующих видео. Пока!